Всем привет, дорогие зрители! Я сегодня нахожусь в районе Оба. Нашел очень просторную квартиру для большой семьи. Пятикомнатную, 4 плюс 1. Сама квартира 200 квадратных метров, плюс терраса 60 квадратных метров. По ходу я вам покажу эту квартиру. Но на данный момент я хочу войти в этот проект. Проект был сдан в 2018 году, к концу вот этого года, 2018. Тут присутствует почти вся инфраструктура. И айдат у этой квартиры 350 лир. Заранее сейчас скажу, что в конце порой забываю. Сейчас я пройдусь на этот проект и покажу вам всю инфраструктуру этого проекта. Очень ухоженный, просторный сад, открытые парковки, как вы видите. Перед каждым блоком есть открытые парковки. Здесь 6 блоков. Наша квартира находится в блоке Б. Вот там вроде есть бананы. Ну, пока пройдем к бассейну. Вот бананы, кстати. Здесь проход, а вот нашел проход к бассейну. Вот тут такой детский бассейн и просторный бассейн для взрослых. Есть также там детская игровая площадка. Вот. Детская игровая площадка. Там в этом блоке присутствует салон для там собеседования, конференц-зал. Как бы и лобби. Душевая. Пройдемте теперь в инфраструктуру внутреннюю. Ага. Можно как-то их оценить. Вот теннисный стол присутствует. Два теннисных стола. Ресепшн. И вот наш крытый бассейн. Это детский бассейн. А вот сам крытый бассейн. Приблизительно 10 метров, 10 на 7. Также здесь у нас есть и турецкая баня, сауна и римская парная комната. Сейчас пройдемся в ту часть. Здесь как бы зона отдыха, сюда ставят они шезлонги для отдыха, а вот именно зона сауны и турецкой бани. Здесь душевые кабинки, вот это римская парная комната, просторная, не маленькая, где-то 6 квадратных метров. Здесь сауна. И наша любимая турецкая баня. Хамам. Тоже не маленькая, просторная. Включим свет, чтобы не возвращаться обратно. Потому что территория очень большая тут. И есть тут фитнес. Вот такой тут фитнес. Вот. Пока занимается спортом. Сейчас пройдемтесь к квартире. Но я хочу показать вам вход этого блока. Значит, квартира надо мной, первый этаж, турецкий первый этаж, по российским меркам второй этаж. Присутствует лифт, но можно и по лестникам подниматься. Тут такой вход в этот блок. Вот такие здесь кусты бананов или там дерево, банановое дерево, как, кто как любит говорить. Вот сами бананы, аланийские.
Сейчас я поднимусь на верхний этаж. Пока что хочу показать вам лифт. Вот такой здесь лифт. Вот. Места для велосипеда есть. Поднимусь я по лесенкам мраморным, по просторным. Но здесь тоже просторная лесенка. Лестничная часть. И вот сама квартира. Номер один. Тут у вас только один сосед. Вот, хочу показать. Вот это один сосед. И вот это сама квартира. Вот эта квартира. Вот такая. Здесь просторная прихожая. Я начну с первой комнаты, первая спальня или как бы кабинет, так скажем, дополнительная комната. Какая она просторная у нас. С выходом на собственный балкон. Кстати, тут вот такой вентилятор. Он из бамбукового дерева сделан. Кондиционера в квартире нету, так как хозяин не любит кондиционеры. Он использовал вот такие вентиляторы. Вот здесь такой балкон. И вот эта терраса, но я в конце вам покажу эту террасу. Тут такая прихожая. Тут стоит стиральная машинка, она также и сушилка фирмы Samsung. 8 на 6 килограммов. Стоит проточный водонагреватель Siemens фирмы. И вот такие вот интересные парфюмы, они дорогие, но если вам интересно, это парфюм. Там унисекс и женская в основном. С хозяйкой могу обсудить. Вот здесь такая кухня, очень просторная. Так, здесь у них ее стол. Это мрамор. Они покупали его за 1000 евро, как они мне сказали. У них все квитанции на оборудование, на все материалы при них. Могут показать в качестве доказательства. Стоят автоматические роллы, электрические роллы. Вот такие. Здесь холодильник Siemens, где-то 450 литров. Интерьер. Тут модерн и минимализм. Такой вот интересный интерьер, все в белом. Духовка стоит тоже с Siemens, многофункциональная. Она вроде дорогая, как они мне сказали. Тут и парит, и жарит, и грил, все есть. Вот. Здесь стоит плитка индукционная Siemens из 5 комфорт. Раз, два, три, четыре, пять. И вытяжка Arçelik. Акриловая столешница. Продается квартира с мебелью и бытовой техникой. Стоит также у них фильтрованная вода. Пятиступенчатая. Постараюсь показать. Вот так. Как показал. Стоит у них посудомойка фирмы Siemens. И выход на балкон. Но я вернусь к концу ролика в эту сторону. Двери вот очень красивые, выдвижные такие. Выдвигать справа влево. Вот. С таким рисунком. Стекло. Хозяин, короче, не пожалел. Он как бы потратился на эту квартиру. Вот здесь такое продолжение прихожей, коридор, это первый санузел, также акриловая мойка. Душевая кабинка. Двери тоже качественные. И вот здесь три спальни. Квартира 4 плюс 1. Начнем с левой стороны. Вот.
Так, о, цветы. Понятно. Это хозяйская спальня. Такая тоже просторная, не маленькая. Здесь также такой бамбуковый вентилятор. В каждой комнате присутствует. Здесь санузел этой спальни. Тоже акриловая мойка. Вот дам вам цветочки. Здесь мини-балкон. Такой вот мини-балкон. Не понял, почему такой маленький. И с видом на кусты, на здание, бананы вот эти, на деревья. Неплохой вид, тоже скажу. Пройдемте дальше. Как бы квартира лабиринт. Одноуровневая. Здесь еще одна спальня. Тоже собственный балкон. Это более-менее побольше, чем тот балкон, который я вам снял. Так, закроем двери. Тут система отопления, центральное отопление. Трубы уже подключены в стенах. Если кто желает, может подключить центральное отопление. Или же использовать электрические печки, как они используют. Вот это дополнительная комната. Они как пользуются прачечной или как кладовкой, не понял. Тоже у него есть выход на балкон. Места для кондиционеров есть. Если желаете, можете поставить кондиционер. Все, мы идем сейчас в салон. Очень просторный салон. Давайте я с этого с угла. Вот это такой просторный салон в этой партии. Стоят диваны, именно они раздвигаются максимум назад вот так. Угловой диван. Вот насчет центрального отопления, вот труб, места для труб стоят, для радиаторов. Также здесь есть выход на балкон, тоже вот такой маленький балкон. И самое главное в этой квартире — это тоже выход на эту, на этот балкон и также террасу. Значит, вот то, что я говорил. Огромная терраса, 60 квадратных метров. И вот это отдельный балкон с выходом с кухни и с гостиной комнаты. Покажу я. Здесь можете вы поставить там надувной бассейн, аттракцион какой-нибудь для детей. Или сделать вот как они, соседи, сделали. Как бы беседка, типа навес вот такой автоматический, он с пультом управления используется. Вот такой здесь огромная терраса здесь. Хочу подытожить итоги этой квартиры. Секундочку, так подвинем. Да, значит, квартира находится в районе Оба, 4 плюс 1. Квадратных метров здесь, жилое помещение 170 квадратных метров, в ТАПУ указано 200 квадратных метров, плюс 60 квадратных метров терраса. В общем, 260 квадратных метров. Квартира продается с мебелью, бытовой техникой. Напрямую цена от собственника 225 тысяч евро. Беседку и инфраструктуру все увидели. Айда 350 лир. Потолки также здесь высокие. Приблизительно 2,90 сантиметров. 2,95 она говорила, но на мой глаз 290 сантиметров.
Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, делитесь информацией. Есть такие семьи большие, которые ищут именно такой вариант. Район Оба. Рядом есть почти все магазины. Самый большой гипермаркет метро располагается в минутах ходьбы от этой квартиры. Магазин позади этой проекта, АУ-101, там ШОК, БИМ, все есть, присутствует. Рядом также есть больница, государственная больница имени Аляддина Кейкубата. А с вами был Агаси из Солнечной Алании. Номер указан в описании. Пишите, звоните, будем рады помочь вам в поиске квартиры вашей мечты. Всем пока-пока. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. Could somebody wake me up? I don't wanna be here and let the world pass me by. Yeah. I just see her face wherever I look, she's standing.